«Леди Макбет» Мценского уезда. Пьеса о безумной любви и жестоких преступлениях идет в нашем ТЮЗе, а играют ее актеры Березняковского драмтеатра. В течение этой недели они будут хозяйничать на пермской сцене. У коллектива из Верхнекамья гастроли в краевой столице. Артисты называют их хорошим профессиональным тренингом. Театр – это всегда, на мой взгляд, диалог. И поэтому непременно нужно, так сказать, этот диалог завязывать со зрителями, которые тебя не знают в лицо, которые тебе авансом ничего не простят. Березняковский драматический театр «Ветеран». Ему 78 лет. Труппа продолжает активно развиваться. Приходят молодые артисты, ставятся новые пьесы. Многие из них березняковцы показывали на различных театральных фестивалях. Изюминка коллектива – спектакль «Строгановы». Историческую музыкальную пьесу создали специально для театра из Верхнекамья. Автор – питерский драматург Мария Огнева. Немало времени провела в архивах и музеях, чтобы воплотить на сцене прототипы реально существовавших персон. Край удивительно богат на исторически знаменитых людей. А почему не попробовать такой чуть ли не проект долгоиграющий сделать вот от Строгановых и Голицыных до наших дней? Четыре постановки, в том числе комедия Шекспира и детская пьеса с элементами циркового представления. Гастрольная афиша рассчитана на разные возрасты и вкусы. Тем временем артисты пермского ТЮЗа едут завоевывать признание березняковской публики. Зрителям покажут четыре недавних премьеры – постановки для детей, молодежи и старшего поколения. Вот так мы с Кудым, кажется, поменялись, мы с вами менялись. С удовольствием березняки. Нашему брату актерам это просто необходимо есть. Им же приятно сыграть на другой сцене, в другом театре, получить какие-то отзывы. Перекрестные гастроли театров продлятся до 20 апреля. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.